Так, ну, господа, времени 11:00. Я предлагаю начать. Согласны? Да, да. Добрый день. Согласна. Добрый день. Добрый день, дорогие участники. Спасибо, что мы участвуем в нашем мероприятии. Вот. Меня зовут Матвиенко Андрей Борисович, я инженер по применению компании Tektronics. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это обзор новой серии осциллографов TouchScreen в шестой варианте B и некоторые упражнения с новым генератором, функциональным генератором Tektronics AFG. 30 тысяч. Мы предлагаем начать. Примерно 4 года назад Tektronics анонсировал новую идеологию своих осциллографов, так называемые осциллографы с тачскрином. Их было задумано и выпущено 4 серии. МДО 3000, МСО 4000, МСО 5000 и верхняя серия МСО 6. Отличительные особенности этих приборов: примерно одинаковый дизайн, одинаковый интерфейс пользователя, функционал разный, который определяется исключительно полосой пропускания самих приборов и их возможностями по полосе. Итак, верхняя часть — это МСО серии 6, бывший. В принципе, это был всего-навсего один прибор, четырехканалка, до 8 ГГц полоса пропускания. Все остальное отличалось только полосой. В настоящий момент эта серия практически перестала выпускаться. Вместо нее идет новая серия MSO 6B. Вот они. Я не буду отнимать время на маркетинговую информацию. Ну вот теперь мы можем с вами посмотреть, что у нас с вами есть. Итак, раньше была, MSO 6 был только четырехканальный. Сейчас он представлен тремя моделями: 4, 6 и 8 каналов. Полоса пропускания до 10 ГГц. 12-битная ЦП. Вот. Ну а дальше мы будем смотреть, в чем они отличаются друг от друга. Вот основные характеристики этих приборов. Ну, что здесь интересного? Первое. Полоса пропускания от 1 ГГц до 10 ГГц. Эта полоса может быть расширена в зависимости от того, какую модель прибора вы возьмете. Ну, например, на 4 каналке я могу легко расширить полосу пропускания от 1 до 10 ГГц просто ключом. Тут нет никакой необходимости в каких-то манипуляциях с железом. Flex Channel, мы это чуть попозже остановимся, это новая идеология входных цепей Tektronics. Если говорить о частоте дискретизации, MSO 64, то есть 4 каналов, имеет 25 ГВ в секунду, 66 и 68, грубо говоря, при включении всех каналов, имеют максимальную дискретизацию 12,5 ГВ в секунду. Как видите, тут то же самое, за исключением того, что я имею возможность на двух каналах иметь 50 ГБ в секунду, что позволяет мне получить полосу пропускания до 10 ГГц. Количество цифровых каналов зависит от канальности, умноженное на 8. Соответственно, в 64-м это будет 32 канала, в 66-м 48 каналов, в 68-м 64 канала. Вся дискретизация по цифровым каналам составляет 25 ГБ в секунду. Объемы памяти. Базовая память, как и была, 62,5 мегаслова. Расширяемая, опять же, ключом до 1 гигаслова. Скорость захвата входных сигналов не изменилась, такая же, как была, более 500 захватов в секунду. Также идет опциональный
функциональный генератор до 50 МГц по синусу. Также идет опциональный мультиметр. Это если интересно. Ну и самое интересное, то, что было раньше, что сохранено, вы можете прибор использовать в двух вариантах. Первый вариант – это базовый. Вы работаете в операционной среде Linux со всеми текающими последствиями. Второй вариант – после установки книжка, которая находится, я чуть попозже это покажу, где она находится, установив в нишу соответствующего SSD, вы получаете возможность работать в операционной среде Windows 10. Что необходимо? Когда? Когда вы хотите иметь вторичную обработку на самом приборе. Или вы сами как-то внешний софт. Разница между MSO 6 и MSO 6D. Ну, здесь вы можете посмотреть, отличие, ну, в общем-то, минимальные, за исключением того, что при частоте 12,5 ГГц в секунду новая серия позволяет получать полностью до 5 ГГц, раньше это было 4, и 12 разрядов сохраняет в полосе не до 4, а до 5 ГГц. Все остальное, ну, примерно близко. Вот. Ну, дальше идет, опять же, разговоры о маркетинге, почему вам это нужно, почему вам нужно 10 ГГц в секунду, почему вам нужно высокое разрешение и низкий уровень шумов, и так далее. Ну, я не хочу. Итак, это первая серия на мировом рынке, которая имеет канальность до 8, полосу пропускания выше 2 ГГц. Ну, как вы видели, это, грубо говоря, 5 ГГц. Далее, шумы. Шумы действительно крайне низкие. Потом я вам покажу табличку, на которой будет понятно, что мы превосходим ближайших конкурентов в 1,5-2 раза от них. Как я уже говорил, шестая серия MSO имеет 12-битное АЦП. При частоте дискретизации 12,5 ГГ в секунду и ниже. Дальше вот такая интересная табличка. Какое же разрешение мы можем предложить нашему потребителю в зависимости от частоты дискретизации. При 12,5 – 12 бит, при 6,25 ГГ в секунду – это 13 бит, при 325 – 14 бит, и 1,25 – 15 бит. Ну и самое высокое разрешение – это на 625 ГГ в секунду, это 16 бит. Соответственно, отсюда вы можете легко понять, в какой полосе вы можете получать такое разрешение. Как всегда, Tektronix реализует свою любимую идеологию. Это Full Custom Design. Под эту серию был разработан специальный чипсет. Называется он Tek-061. Вот он. Это АЦП. Это входной усилитель, малошумящий. И есть еще одна небольшая особенность. Там же находится и цепи, так называемый DDC, Digital Down Converter. Чуть попозже я покажу, зачем это надо. Ну, как видите, 50 ГГц в секунду мы получаем за счет интерлива двух каналов. Соответственно, мы имеем шумы где-то на уровне, имеем выигрыш по шумам примерно 3 дБ. Вот, при чувствительности выше 20 мВт на дюйм. Test-channel. Вот эта часть, верхняя часть интерфейса, это хорошо известный TKPI, под который выпущено громадное количество пробников. Это активные пробники, несимметричные, дифференциальные пробники, это токовые пробники, это PowerLay, PowerTrain пробники и так далее. То есть тут 1001 ночь. Вот. Нижняя часть
это так называемые цепи Клерстченова, которые позволяют путем установки опционального пробника цифрового получить, превратить каждый аналоговый канал в 8 цифровых, что позволяет нам решать задачи, которые раньше решались с помощью особых смешанных сигналов, вывели как предел логическими анализаторами. Далее вы можете задать очень интересный вопрос. А как же так? Прибор у нас имеет полосу пропускания до 10 гиг, а разъем выглядит как DNC, который, ну, в лучшем случае имеет 4 гигабита. Это будет хорошо. Могу успокоить, это не DNC, это прибор, это коннектор, который по определенным размерам похож на DNC, но таковым не является. Это разъем совершенно другой конструкции, совершенно другими материалами. Он спокойно работает примерно до 12 ГГц. Тогда возникает вопрос, а почему нельзя было поставить сюда разъем SMA, например, или 292? Ответ очень простой. Решение подключения пробников таким разъемом на мировом рынке отсутствует. Поэтому, чтобы сохранить все многообразие пробников, которые выпускает Tektronix, было принято решение оставить вот такой разъем. Ну и соответственно, подключить сюда более высокочастотные разъемы, типа SMA, типа 292, есть специальный переход. Переходы, которые продают и Tektronix, переходы, которые делают ведущие производители таких аксессуаров в мире, ну, например, Розенберг и так далее. Значит, теперь переход уже в какой-то мере к функционалу прибора. Ну, первое, что это высокая скорость захвата входных сигналов, которая позволяет, эта технология раньше называлась Digital Postal Oscilloscope, DPO, вот, которая позволяет вести регистрацию сигнала непрерывно и очень легко находить различные аномалии в сигнале. Ну, в данном случае вы видите две таких аномалии. 500 мегавыбор, 500, более 500 тысяч захватов в секунду. Сейчас вы можете встретить 1 000 000 захватов в секунду. И все на это упирают, как будто бы это, ну, высочайшее достижение, которое делает прибор просто изумительно. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине. Скорость захвата, она ни в коем случае не определяет вероятность захвата. Скорость захвата определяет время захвата памяти. Ну, кажется, если возьмем 500 тысяч и 1 000 000, то разница получается в 2 раза, то есть получается очень много. На самом деле, если говорить по временные отрезки, то для 100% обнаружения помехи обычный вот этот наш прибор потратит примерно где-то 8 секунд. На поиск такого же артефакта прибором, который имеет 1 000 000 захватов в секунду, это будет всего 4 секунды, около 4 секунд. То есть вы видите, этот разговор идет не о часах, а разговор идет просто о секундах. То есть 10 секунд ожидания вы за 100% вероятности обнаруживаете артефакт. Далее. Очень интересная вещь, которую я покажу позже, это так называемый запуск, так называемый visual trigger. Но это лучше показывать, я на этом основном пока не хочу. Вот этот, вот эта часть. Это низкоскоростные последовательные интерфейсы, с которыми мы умеем работать. Ну, до недавнего времени не было I3C, до недавнего времени не было EUSB, так, до недавнего времени не было PCI-Fi, есть SVIT и MDO. Все остальное было. Вот добавили даже SpaceWire. Как это все работает, я буду показывать на этом. Просто имейте в виду, что вот такой список у нас есть. Далее, если мы говорим о проверках назад стандартом, ну, например, вот это. Когда вы работаете в операционной среде Windows, вы можете использовать соответствующий софт, который поставляется
титонится. Будет интересно, тут очень много всяких подводных камней, не хочу на этом останавливаться. Если будет интересно, я готов ответить на вопросы после окончания нашей. Прибор имеет очень хороший, скажем так, софт по работе с джиттером. Это я тоже буду показывать. Это очень хорошо продуманы тесты на годен-негоден. Вот, собственно говоря, хорошо известный ранний софт по работе с джиттером DepoJet. Вот он на вашем экране. Он работает как в линуксовской версии, так и в версии. Ну, дальше. Опять Pascal. Это я тоже покажу. Измерение. Ну, это опять же надо будет проще это все показать. И вот последнее, на чем я хотел остановиться. Это, собственно говоря, очень интересный функционал, который добавлен с помощью опции Spectrum View. Как я уже говорил, входная часть у нас содержит цепи DVC, которые позволяют получить, ну я бы сказал, радиочастотные характеристики отцов с этим софтом, которые находятся на уровне, я бы так сказал, на верхнем уровне анализатора спектра среднего ценового диапазона. Ну, могу сказать так, по моим замерам, я получал совершенно спокойно уровень шума на этом приборе порядка минус 156 дБм наверх. Это в открытом помещении. Мой диаметрический диапазон, мне проверить нечего, но по расчетам это где-то порядка 90 дБм. PowerRay пробники тоже появились совсем недавно у нас. А что это такое? Ну, вы отлично знаете, что если мы работаем со вторичными источниками питания, то уровень пульсации или уровень, грубо говоря, колебаний напряжения, который ну, достаточно низкий, скажем там, милливольты и ниже, вот, померить их очень сложно, почему? Потому что у вас выходное напряжение, ну, скажем, выходное напряжение источника питания 40 вольт. Вот. То есть сделать замер такого мелкого сигнала на этом фоне представляется очень сложной задачей. Ну вот, на самом деле, это активные пробники, которые имеют очень широкий диапазон смещения. То есть я могу сделать смещение, те же самые, например, 40 вольт, и измерять уже непосредственно уровень шумов и уровень колебаний входного напряжения. Да, кстати, и кроме этого, ВМ-106, и в МСО-5 в том числе, стоит софт по анализу как вторичных источников питания, так и инвертных двигателей. Надо только иметь в виду, что этот софт для инвертных двигателей работает не меньше, чем на 6 каналах. То есть нужно иметь 3 пары пробников дифференциальных и токовых. Ну, это уже идет, это тоже можно будет посмотреть. Я не думаю, что это сильно очень интересно сейчас. Тем не менее, вы видите, насколько богатый функционал по анализу вторичных источников питания. То есть, по идее, я могу измерять практически все, что возможно. Дальше идет то, о чем мы с вами говорили только что. Да, прибор имеет экран 15,6 дюйма, тачскрин, который позволяет управлять им как обычным смартфоном. Ну вот здесь на самом деле, здесь этого нет. Вот эта нишка. Вот эта нишка, в которую вставляется опциональный SSD с Windows. Здесь же находится линейка диагностических светодиодов. Если у вас прибор произошел крэш, то есть прибор, скажем, не запускается, вот, вы можете залить в эту нишку и посмотреть на состояние светодиодов. Если они все зеленые, то после третьего включения прибор восстановится самостоятельно. Если там есть красные фрагменты, тогда это уже время. Это означает, что железо не работает. Пробник. Вообще говоря, вопрос подключения к своему изделию
Очень мало из заказчиков воспринимают серьезно. А это одно из основных, вообще говоря, одна из основных проблем. Все считают, что если вам приходит прибор с пассивными пробниками, то все нормально, задача решена. На самом деле это совсем не так, по одной простой причине. В комплекте МСУ-6 и МСУ-6Б идут по одному пассивному пробнику на канал с полосой пропускания 1 ГГц. Это есть на сегодняшний день пассивные пробники 1.10, которые существуют на рынке, которые имеют полосу пропускания 1 ГГц на мировом рынке. А как только мы перешагиваем 1 ГГц, начинается проблема. Ну, самое простое, конечно, это кабель. Самое простое – это использовать кабель. Но, к большому сожалению, мы не имеем возможности к своей разработке везде посадить разъемы. Поэтому возникает необходимость в использовании пробников. Если говорить про теорию, то до 4 ГГц мы можем использовать обычные несимметричные пробники. Как только мы уходим за 4 ГГц, нам нужно использовать исключительно дифференциальный пробник. Под серию приборов МСО-5.6 был переделан известный пробник, который назывался P7720, был переделан по интерфейс TFPI. Технология очень интересна, называется она TechFlex. Что она из себя представляет? Как правило, высокочастотные пробники активно имеют тело пробника и имеют головку. Беда заключается в том, что если вы по каким-то причинам вывели из строя головку, этот пробник может спокойно выбросить. Ремонт его абсолютно неоправданно с точки зрения финансов. Как видите, здесь никакой головки нет, здесь есть разъем. В этот разъем могу вставить адаптер SMA, могу вставить браузер и могу использовать вот такую вот очень интересную техплексовую насадку. Что она из себя представляет? Это насадка с буферным усилителем, так называемая. Вот он, этот усилитель, полосой пропускания, в данном случае, до 10 гиг. Вот. Плюс цепи питания, цепь индикации. Насадка реализует технологию, так называемую, TriMode. То есть за одну подпайку я имею возможность измерять все электрические характеристики сигналов типа LVDS, например. То есть А относительно Земли, Б относительно Земли, дифференциальное и симфазное напряжение. В чем здесь интерес? Что здесь интерес? Интерес здесь то, что если вы по каким-то причинам превысили входное напряжение пробника, вы выжигаете только вот эту часть. То есть основной пробник у вас остается целым. Стоимость этой штучки составляет примерно $80. Более того, три таких штуки идут в комплект с прибором. То есть вы этот пробник можете бесплатно жечь 3 раза. Такого решения на данный момент тоже практически ни у кого нет. Ну вот тут приведены те пробники, которые мы можем использовать с этими приборами. Вот, их тут довольно много, это все есть на сайте, можно легко посмотреть. Ну, включая, например, вот такую интересную штуку, которая называется изогнил. Вот. Это гальваническая развязка. Это гальваническая развязка пробника и осциллографа. Значит, как видите, есть тело пробника, вот эта штука вставляется в прибор. Есть головка, которая связана с телом пробника. Это волоконные линии, по которой передаются не только сигналы, которые передаются еще и напряжение питания для головки. Вот. В чем здесь самое интересное? Здесь то, что этот пробник имеет полосу пропускания до 1 ГГц. А развязку он обеспечивает там несколько киловатт. Кабель вот этот может достигать 10 метров. Тоже довольно интересное решение, но, к большому сожалению, очень дорогое. Ну, апгрейды я вам уже говорил. То есть, железо нам трогать не надо. Все это делается ключами.
Вот. Что по железу? По железу можем добавить пробники для цифровые пробники. Так, можем добавить генератор, если он нужен. Все остальное это софт. То есть вы можете эти вещи, это собственно говоря, эти тоже, купить в любой момент. Ну и самое интересное здесь, конечно, то, что раньше решалось довольно тяжело, так называемый ESP. Если вы используете прибор в варианте Linux, вы можете практически с любого компьютера по прибора зайти в прибор и управлять им с помощью с удаленного компьютера. Если у вас прибор работает в операционной среде Windows 10, вы можете тихо спокойно использовать то, что вы используете, называйте это NVIDIA. Это бесплатный софт, который очень легко ставится. Ну, собственно говоря, я сейчас покажу, как это все работает. Кроме того, есть еще софт, который позволяет работать с софтом без осциллографа. То есть, грубо говоря, вы имеете возможность передав сигнал более, скажем, квалифицированному специалисту для анализа, он, используя техскоп, может спокойно совершенно проанализировать те данные, которые вы ему прислали, не имея никакого прибора. Ну, пожалуй, и все. Теперь давайте я сделаю небольшую передвижечку, буквально там 2-3 минуты, и перейду на... уже на экран, собственно, прибор. Я до этого уже соединился с осциллографом, используя TeamViewer. Вот он. Сейчас я выйду на экран прибора. Как видите, все дышит, все работает. Сейчас мы начнем смотреть, что это прибор реально будет. Хорошо, я попробую сделать погромче. Увы. Значит, буду говорить погромче. Хорошо. Итак, переходим на экран. Итак, сначала пробежимся кратенько по интерфейсу. Ну, вы сами понимаете, что количество каналов, которые имеют этот прибор, оно очень гигантское, поэтому пришлось полностью переработать интерфейс пользователя и сделать его ориентированным на использование тачскрина. Хотя я могу использовать любой из путей, например, я могу использовать ручки, которые вы видели на экране на приборе, я могу использовать мышь, я могу использовать просто пальцы. Идеология построения интерфейса очень простая. Увидел, дави. Вот, давишь один раз, получаешь состояние. В данном случае я вижу, что у меня прибор работает на 50-омный код, чувствительность 250 мВт деления. Два клика. Я получаю меню. Ну, а здесь мы видим все, что у нас относится к нашему каналу. Он включен. Он имеет такую-то чувствительность, такой-то офсет. Могу включить 50, могу включить 1 мегом. Могу ограничить полосу, когда это необходимо. Могу узнать, какой у меня пробник используется. В данном случае его нет. Сейчас я его подключу. И мы с вами посмотрим, что произойдет.
Так, воткнули. Подадим какому-нибудь иначе. Итак, как видите, полоса у меня тут же ограничилась полосу пропускания приборника, это 1 гигагерц. Прибор четко знает, что в него воткнули, включая серийный номер приборника. Это очень удобно, когда вы делаете какие-то отчеты. Дальше, не прибегая никаким инструментам, я могу его откомпенсировать, поскольку приборник один действительно требует компенсации перед выполнением интересных измерений. Делайте это следующим образом. Все. Пробник у нас откомпенсирован. Дальше идет Spectrum View. Это я буду показывать отдельно. Ну и остальное это касается в основном выравнивания каналов между собой. Это так называемая процедура Best View. Вот. Ну и дальше вы можете использовать, скажем, включить в трак внешние аттенюаторы, например, или усилители, если вы используете, чтобы у вас тракт работал автоматически. Так, идем дальше. Ну, это вот способы включения каналов. Что здесь интересного, если говорить про обычный осциллограф, то есть если вы используете много каналов, то вам приходится решать такую неприятную задачу. Чтобы все увидеть, вам нужно эти каналы каким-то образом растащить. При этом обратите внимание, да, в этом приборе практически отсутствуют слепые графики, все графики оцифрованы. В данном случае я вижу, что у меня активный канал 4, и у меня идет шкала по 4 каналу. Вот я ее попробую поменять. В каком состоянии находятся остальные каналы, я не знаю. Для того, чтобы мне это узнать, мне нужно сделать активный. Например, первый канал. Вот теперь я вижу по первому каналу. Опять, информации об остальных у меня нет. Для того, чтобы такие... А теперь представьте себе, если у вас канал 8, еще добавок там и цифра. Даже становится не очень приятно. Есть у нас отображение так называемых стековых. Как видите, теперь каждый канал у меня оцифрован. Я вижу состояние любого из каналов. Вот, например, возьму третий. Возьму первый. То есть достаточно удобная штука. Сейчас я каналы ненужные отключу. Как видите, делается тоже очень интересно. Вот, оставили один канал. Идем дальше. Математика. Референсные осциллограммы. Шины. Ну, математика здесь, не сказать, что уж очень развита. Тем не менее, она есть, как видите, мы видим. Базовую – это операция между каналами. Мы здесь видим BPF. Мы здесь видим редактор фона. Где эта штука полезна, готов сказать. Например, я могу просто, очень просто, включить трак фильтры, которые частью идут в комплекте, частью можете разработать сами с помощью того же наклада. Здесь есть у нас нормированные фильтры, ПНЧ, ПВЧ и, грубо говоря, ваш собственный. То есть вы можете включать сюда фильтры, не делая, собственно говоря, никаких операций ни железа, ни чем остальным. То есть вы можете вживую посмотреть, как тот или иной фильтр будет влиять на ваш сигнал. Ну и плюс еще вот эти вот так называемые дипломатические операции. Тоже, кстати, довольно полезная штука. Так. Ну, референсные осциллограммы, это все знают, что это такое. То есть, грубо говоря, можно взять, запомнить, скажем, исходную или эталонную осциллограмму и потом сравнить с ней то, что вы наизмеряли. Шины. Вот, собственно говоря, весь перечень, который я вам уже показывал.
Вот. Как это все работает, я покажу чуть попозже. Ну, естественно, вольтметр, постоянный ток, РМС, переменный ток и постоянный переменный. Веселый груш, конечно, но не знаю, насколько это нужно. Генератор тоже. Разъем генератора находится на обратной стороне прибора, на тыльной стороне прибора. Вот что он позволяет генерировать. Полоса у него по синусу до 50 мегагерц. Ну, теперь переходим непосредственно к функционалу прибора. Горизонтальная линия. Ну, как вы знаете, любой цифровой циллограф работает в формуле. Человек дискретизации вычисляется как объем памяти, деленное на скорость развертки, умноженное на 10. Соответственно, чем у вас длиннее развертка, тем у вас меньше частота дискретизации. Это плохо по одной простой причине. Вы будете терять, скажем так, какие-то короткие события на длинных развертках, только потому, что вам только не хватает частоты дискретизации. В этом приборе, как во многих других ультратроникса, я имею возможность вручную регулировать частоту дискретизации и объем памяти. Вот, кстати, здесь вы можете четко видеть, какое у меня разрешение. Смотрите. Сейчас я введу. 25, 8 бит. 12,5. 12. Идем ниже. Вот они 16 битных. Потом вся дискретизация у нас уже очень низкая. Идем выше. 15 бит. 14 бит. 13 бит. 12. То есть в любой момент вы четко знаете, абсолютно четко знаете, с какой разрядностью вы работаете. Идем дальше. Fast Acquisition. Это фишка, про которую я уже говорил. Сейчас я попробую показать вам, что это такое вообще. Одну секунду, сейчас мы все это с вами посмотрим. Потом, к сожалению, у меня нет помощника, поэтому приходится все делать самому. Ну, как видим, сигнальчик у нас не очень хороший. Здесь я, в принципе, не вижу, что здесь есть вообще. Сейчас я включу. Fast Acquisition. То есть система DPX. И сделаю бесконечное просвечивание. Как видите, мы сразу видим артефакты, которые есть в этом сигнале.
теперь обнаружу такой артефакт, я могу тихо, спокойно его отловить с помощью системы запуска. Давайте это сделаем. Будем искать ранг, для которого мне нужны две полярности и два порога. Верхний. Ну а теперь здесь можно продолжить. Как видите, мы это сделали буквально за несколько секунд. Хорошо, теперь переходим плавно к любимой системе запуска. Собственно говоря, система запуска по выделенным фрагментам, по определенным вами фрагментам сигнала, это основное отличие цифровокационного от аналогов, которые система запуска не было, была система синхронизации. Здесь вы можете увидеть все, почему можем запускаться. Это некий аналог синхронизации. Это повышение импульса, меньше-больше в диапазоне. Тайм-аут. То есть мы ожидаем появления сигнала в какой-то зоне. Если сигнал там не появился, мы запускаемся. Ран. Это импульс уменьшенной амплитуды. Винду. Я ожидаю вход в какую-то зону, сигнал за определенное время. Логический запуск. Если у меня 8 каналов, я имею возможность определить, грубо говоря, состояние канала, при котором предложен будет запускаться. Такая небольшая зона. Это setup call. Это для проверки в времени диаграмм работы микросхемы, нарушается они не будут. Это запуск по скорости нарастания. Меньше, больше диапазон. Видео. Но это уже отдельная песня. Меня единственное, что повеселило, что здесь появился, здесь сохранили секам. Кто сейчас секам использует, я понятия не имею. У меня ощущение такое, что умерли лет, ну, 30 назад тоже. Шина. Ну, это мы посмотрим попозже. И запуск по последовательности. То есть я могу заставить прибор сделать следующую операцию. Скажу, дорогой, дождись, скажем, появления броска по первому каналу, переключись на четвертый канал, жди там появления глитча. Дождался, покажу, не дождался, перейди или в исходное состояние, или отключись. Это очень удобная штука в случае, когда вы проводите комплексную отладку. Хорошо, сейчас я все брошу. Сбор, да. Это все, что вы видели. Плюс еще одна интересная вещь. Это так называемая сегментированная память, которой очень многие хвастаются с точки зрения захвата, скорости захвата сигнала. Но на самом деле это не совсем так, потому что это режим весьма специфический. Связано это с тем, что есть огромное количество сигналов, которые имеют короткую информационную посылку, а потом большую длительную паузу. Если вы захотите такой сигнал оцифровывать с высокой частотой дискретизации, чтобы получше рассмотреть информативную посылку, вы будете с такой частотой цифровать паузу, которую, честно говоря, вам не нужно совершить. Вот для того, чтобы писать только информационные посылки, информативные посылки, этот метод применим. То есть я могу задать величину фрейма, количество фреймов и настроить систему запуска, например, по фрейму. После чего прибор у меня будет захватывать только информативные посылки, а паузы у меня будут идти двумя циклами, начало конец. Еще раз подчеркну, что это очень специфический режим. Так, ну, собственно, тут у нас все в порядке, тут все понятно. Переходим сюда. Ну, естественно, измерение. Тут нужно четко себе представлять одну очень интересную вещь. Очень часто пользователи задают вопрос, а какая точность этих измерений? Ну, на самом деле,
Никто тут, никто погрешить такие не приводит. По одной простой причине мы не имеем ни малейшего понятия, в каких условиях вы выполняете измерение. То есть амплитуда это практически исключение. Вот. Приводятся погрешности на временные измерения. Это есть. Там можно о чем-то говорить. То есть есть формула, которая позволяет посчитать погрешности при измерении временных интервалов и так далее. Это же, скорее всего, является, ну, я бы сказал так, индикатором. Ну, давайте сейчас мы с вами пробежимся. Временные измерения, перекос, задержка для двух каналов. Что я могу сюда добавить? Я могу сюда добавить статистику, могу сюда добавить гистограмму, могу сюда добавить тайм-тренд и так далее. Количество измерений не ограничено. Но когда я выйду за пределы вот этой вот зоны, мне это будет очень неудобно, поэтому я могу использовать для отображения результатов измерений табличку. Вот они, все мои измерения. Как понимаете, достаточно удобная штука. Можно их подвигать. Это все-таки Windows. Можно убрать. Можно убрать. И так далее. Курсоры работы я покажу. Это система поиска. То есть, сделав запись сигнала, я имею возможность находить такие же фрагменты, которые я находил в системе запуска. То есть, все, что я могу, все, почему я могу запускаться, я могу искать. Вот можете смотреть. Более того, могу легко переносить настройки системы запуска в систему поиска и наоборот. Это тоже можно будет показать, чуть попозже, когда будем работать с шифром. Так. Что теперь будем смотреть? Ну, давайте попробуем больше. Буду показывать не то, что, грубо говоря, является функционалом. Покажу особенности. Ну, сейчас, например, мы с вами попробуем поработать. Попробуем поработать с системой. Для этого я буду использовать инструкционный. Первое, что нужно сделать, это перевести прибор в дисковый микро. Ну, картинка у меня страшноватая, я сказал, шумная. Поэтому первое, что я сейчас сделаю, я тихо, спокойно ограничу полосу. Ну, скажем, ну, как видите, самый положительный результат. Теперь такой sample rate мне не нужен. Мне вполне достаточно будет. Ну, хотя бы так. Так, теперь у нас с вами 12 бит. Сейчас мы с вами попробуем вернуться обратно и попробуем посмотреть то, что у меня позавчера не получилось. Вот, смотрите.
Это сильно заглаженный. И сейчас мы возьмем. Ну, здесь уже можно наблюдать вот эти ступенечки, потому что у нас сейчас 8 бит. Сейчас мы попробуем с вами перейти в 12 бит. Пардон. 12 бит. Как видите, картинка стала существенной. Но это не совсем то, что я хотел показать. Теперь я покажу то, что я хотел. Итак. У меня здесь бежит какой-то поток. Я хочу из него выловить совершенно определенный фрагмент. Скажем, по состоянию единички налей в этом потоке. Как я могу это сделать? Включаем Visual Trigger. Даже не так, я сейчас попробую вот что сделать, попробую загрузить то, что у меня уже было сделано. Так. Вот давайте сейчас я остановлю и скажу, что я хотел отловить. Например, я хочу отловить вот эту вот такую последовательность. Будет единичка, два нолика, единичка и так далее. Вот хочу отловить именно вот такую последовательность. Ну что, мне нужно определиться как-то с зонами вот здесь. Первое. Сигнал у нас будет, сигнала не должно быть вот здесь. Правильно? И сигнал у меня должен быть. Ну, скажем, вот здесь. Здесь я пишу, что сигнал здесь быть не должен. Итак, вот у меня 4 зон, вот у меня 5 зон. Нажимаем. Ну, как видите, отловили тоже то, что хотели. Это изумительное свойство, удивительная функция, которая позволяет обнаруживать те фрагменты сигнала, которые обычно обнаружат с помощью обычной системы запуска. Просто нет. Как видите, мы это делаем легко на раз-два. То есть вот наше выражение. Я могу, используя функции логики, я могу какие-то спокойно сделать практически любое логическое соотношение между моими зонами, которые я построил. Какие могут быть зоны? Они могут быть треугольные, прямоугольные, трапециевидальные, гексадиагональные и так далее. То есть, грубо говоря, я могу практически делать масочный тест, так называемый, но запуск я могу не только фиксировать касание маски, но я могу спокойно понимать, в какой момент это все происходит. Так, что дальше? Дальше у нас, наверное, хорошо. Давайте с вами перейдем. Давайте с вами сделаем еще одну интересную информацию. Если инсталляция моя не сломалась, мы сейчас это все посмотрим. Так, одну секунду.
Так. Итак, что это такое? Я сейчас ровник ближнего поля закрепил на тепле, на моей плате. Вот. Вижу вот такие вот сигнальчики. Вот теперь я подключу спектрумью. Говорю, нормально, покажи мне распределение мощности по времени. Вперед. Видите, я настраиваю, как обычно, анализатор спектра. Центральная частота у меня будет где-то 100. Ну, здесь нет, достаточно 30. Видите, вот этот попрыгивающий кусочек. Вот теперь возникает один интересный момент. Сейчас мы сначала настроимся здесь. Теперь мы видим два графика. Первый график у нас — это канал номер один. Это сигнал, который у нас идет с пробником ближнего поля. Это распределение мощности по времени. Как видите, они синхронны. Обратите внимание, что здесь появилась такая строчечка. Запуск по мощности по времени. Чтобы мне увидеть, где этот уровень, мне нужно сделать вот такую вещь. Вот теперь я тихо, спокойно попробую как-то по этому делу запуститься. Ну вот видите, более-менее удается. Так, а теперь самый интересный вопрос. А что же это такое? Откуда это у меня идет? А идет это вот откуда? Путем несложных манипуляций удалось выяснить. Это сигнал, что это сигнал USB 2.0. Сейчас я его покажу. Канальчик у нас будет с тобой. Так. Сейчас мы его настроим. Так, первое. 50 Ом. Торможу. Так, хорошо. Ну вот теперь мы с вами четко видим, что источником того, что нам мешало, это у нас USB 2.0 узкий. Таким образом, я сейчас нашел, решил задачу, которая, вообще говоря, относится к EMI и EMC в пределах одной точки. Вот такая вот интересная вещь. Так. Господа, я предлагаю сделать 5-минутный перерыв. Уже мне тут надо будет кое-что подсунуть. Вы не против, господа? Алло. Не против. Не против. Давайте. Сейчас сколько у нас? 12:00. Давайте 12:10. Годится?
Хорошо.
Итак, господа, сейчас я постараюсь расширить свою камеру, после чего мы с вами продолжим. Господа, прошу прощения, небольшая техническая задержка.
Так, хорошо, господа, придется мне работать с этим маленьким экранчиком, ничего страшного в этом нет. Если плохо слышно, скажите. Это шум, это слово, это генератор. Так. Андрей Борисович, да, если можете погромче говорить, потому что очень приборы вас перебивают. Так, генератор видно? Надеюсь, видно, да? Видно. Так, отлично. Итак, теперь мы плавно с вами переходим к еще одной новинке. Тектроница. Эта новинка называется генератор сигналов специальной формы или функциональный генератор FG-31000. Сегодня я получил сообщение от наших маркетологов о том, что хорошо известный AFG-3000 в варианте C производство снят. Этот генератор производился, не соврать не забудут, уж лет 20-то точно. Вот. Настолько хороший генератор был, что вот так задержался на рынке. Сейчас вышла новая версия, вот, вы ее видите на экране, которая позволяет делать просто очень интересные вещи. Ну, давайте начнем сначала. Первое. Обычный генератор. Как видите, у него экран тоже имкостной и тоже позволяет управлять просто с экрана. Что здесь есть? Здесь есть весь набор сигналов стандартных. Есть еще одна интересная штучка, которая называется ARC. То есть, грубо говоря, это сигнальчик, который вы можете соорудить самостоятельно. Вот. То есть для вас, скажем так, если у вас сигнал какой-то хитрой формы, чтобы попробовать попытаемся сделать, то, грубо говоря, у вас руки развязаны полностью. Хорошо. Вот тут, как видите, ну, давайте я прямой гонок возьмем. Частота, частоту я буду набирать. Например. И вот у меня побежал прямоугольничек. Сейчас я подключусь к осциллографу. Вот. Даже, наверное, нет, потому что это и так все это понятно. То есть управление полное, управляется полностью. Здесь вы можете задавать, в каких единицах вы будете работать, ну и все остальное, что есть в обычном генераторе. Чего в нем есть того, из того, чего раньше никогда не было. Первое. Это вот эта вот кнопочка, которая называется InstaView. Что это такое? Вот у меня сейчас, вот, как вы видите, прибор, два кабеля. Первое, что я могу сделать, это померить, какую задержку дает каждый из этих кабелей. Вот. Так. Он мне показывает, как мне нужно подключиться. Говорю окей. Итого, этот кабель у меня носит задержку 5,9 наносекунды. Опа. Пока будет грузиться, мы подключим второй кабель. Как видите, все уже управления есть на передней панели. Также можно управлять прибором, просто, грубо говоря, нажимая на экран. Так, нажимаем снова.
У нас с вами все получилось. Теперь я говорю окей. Второй кабель нам дает задержку 5,83. Для чего это нужно? Я могу очень хорошо выровнять сигнальчики на концах этих кабелей. Но есть еще одна интересная вещь. Смотрите. Сейчас я попробую сделать так, чтобы я буду еще и отсюда. Так, экран видно, а слово видно, я надеюсь, да? Итак. Какая есть проблема с генераторами? Она заключается в том, что я, скажем, даю прямоугольник, подаю на свое устройство, я не имею ни малейшего понятия, как будет выглядеть сигнал, когда я подключу к своему устройству. Для этого мне сначала нужно будет подключить осциллограф, посмотреть, как на осциллографе, но имейте в виду, что осциллограф, он имеет великолепные характеристики вторной части. Великолепные характеристики. А вот какие характеристики у вашей вторной части, вы иногда только не знаете. Поэтому очень интересная вещь, которую позволяет делать эта штука, это так называемая отображение формы сигнала на выходе кабеля. Так, это мы уже нажали. Это мы уже нажали. Первый канал. Окей. Сейчас я что сделаю? Сейчас я сделаю повыше частоту. И сделаю ему прямоугольник эмиссии. Сейчас у меня прибор, точнее, мой осциллограф, он сейчас работает на приборной нагрузке. Делаем дипло. Ну вот видим прямоугольник. Давайте я сейчас даже не сделаю FSF. Обратите внимание на экран. Если я сейчас отключу InstaView, так, повторим то же самое. Что такое? Что-то он через басню. Так. Прямоугольник. Так, частота. Да, что-то он совсем. Вот видите, как бывает. Еще раз. Итак, и конечно его. Так, прошу прощения. Давайте-ка я его перезагружу. Все бывает. Так. Так, господа,
Вы что, изображение не видите? Андрей Борисович, судя по всему, частично. У кого-то идет изображение, у кого-то нет. Так, знаете, что давайте сделаем? Я сейчас на минуту выйду и подключусь опять. Что-то у меня тут и с прибором проблемы. Сейчас картинка двигается, господа. Да. Подождите несколько секунд. Двигается, нет? Андрей Борисович, судя по всему, у тех, у кого установлен Teams, она двигается. У тех, кто подключен через браузер, она не идет. Да. И что теперь делать? Коллеги, ну, запись у нас, вебинар идет, поэтому в записи в любом случае вы сможете это увидеть. Мы ее направим позже. Ну, вот это очень странно. Да. Это очень странно. Первая половина, она шла через Teams, через TeamViewer, поэтому я подключился непосредственно к прибору. Сейчас мне приходится вести трансляцию с камеры. Давайте я сейчас попробую, чтобы она камеру получила. Я не уверен. Так. Так. Итак, изображение двигается или нет? Все, тогда мы делаем следующим образом. Я прошу буквально там пару минут. Это мне уже не надо. Так, будем действовать, наверное, как-то вот так. Так. Так, экран прибора видно? Одну секунду, сейчас я попробую на что-нибудь это дело поставить.
Так, ладно, тогда будем делать вот так. Так, прибор видно, да? Поехали. Меняем частоту. О. Так. Итак, смотрим на экран нашего генератора. Андрей Борисович, у тебя лампа прям в экран ему светит. Свет. Сейчас, одну секунду. Вот так, не светит? Так лучше. Во. Теперь я попереключаю. Входное напряжение, входное сопротивление нашего осциллографа. 1 мегом 50 Ом. 1 мегом 50 Ом. Как видите, никакой реакции на это изменение мне генератор, естественно, не показывает. Ему абсолютно сейчас все равно, что у него идет на выход. Теперь давайте включим. И сделаем то же самое. Как видите, генератор начинает чувствовать, что у него на выходе. Теперь я сделал небольшое переподключение, и мы с вами посмотрим еще раз. Теперь я сымитирую плохой вход. Сейчас я сымитировал, что у меня вход очень плохой. Видите, какая картинка у меня получилась на генераторе. А теперь то же самое мы с вами посмотрим на осциллографе. Как видите, картиночки крайне похожи. То есть теперь, для того, чтобы убедиться в том, что у меня на выходе сигнал очень плохого качества, мне осциллограф не нужен. Я тихо, спокойно могу использовать сам генератор. Так, ну теперь... следующему пункту нашей программы. Как видите, у прибора есть две кнопки. Первая кнопка – это базовая, то, что я вам показал. А теперь посмотрим, что еще у нас тут есть. Это так называемый секвенсер, который позволяет набирать сигнал из кусочков. На борту этого прибора примерно 16 мегабайт памяти для таких сигналов. Мы имеем возможность, грубо говоря, из кусков
собрать тот сигнал, который нам нужен. Причем сигнал, как вы понимаете, 16 мегабайт можно набить довольно много. Как это делается? Делается это очень легко и просто. Ну вот у меня здесь. Видно, что я делаю, да? Я надеюсь. Так, выбираю сигналы, которые мне интересны, открываю. Теперь начинаю строить по каналам. Значит так. Так, первый. Второй. Это у меня сигналы LTM. И дальше две паузы. Все. Теперь я могу запустить прибор. Почему у меня он отработал все нормально? Обратите внимание, что здесь у меня есть. Первое, это те сигналы, которые я задал. Количество их повторений. Я могу сказать, повтори мне этот сигнал 100 раз, этот сигнал 5 раз, этот сигнал 1 раз и так далее. То есть я могу циклить их столько, сколько мне надо. Дальше, у меня есть ход событий. При организации ветвления прибор может сказать что? Прибор могу сказать что? Перед тем, как делать перескок, посмотри состояние на входе события, на входе событий. Если там единичка, прыгай сюда. Если ноль, прыгай сюда. То же самое касается джампов. Это перескок на какую-то вашу строчку. То есть тут можно организовать довольно сложные ветвления. И теперь, почему у нас ничего не отработало, потому что следующего не было. Вот теперь я говорю, после того, как ты выполнишь вот эту строчку, переходи на первую строчку. Включаем. Ну, как видите, тут заработало. Теперь мы перейдем на осциллограф. Так, я подключу два кабеля. Поскольку у меня задействованы оба канала. Так, вот оно. Так, экран прибора видно, да? Я надеюсь. Включаем сигналы. Включаем второй канал. Делаем автосет. Ну, вот это называется кошмар для осциллографа. Почему кошмар? По одной простой причине. Приборы очень плохо, осциллографы практически не умеют работать с сигналами с переменной частотой. То есть я могу сказать, что она каким-то образом двигается, а это LTM, это ничего особенного нет. Вот. А вот с помощью софта, который у нас называется Spectrum View, я имею возможность эти сигналы проанализировать. Давайте я сейчас просто загружу, поскольку очень неудобно. Я прошу прощения за технический сбой, но это, видимо, связано не только с нами, это связано и с тем, что делает Microsoft. Итак, Андрей Борисович, может быть, картинку с осциллографа на экран вывести? Сейчас мне нужно будет тогда переподключаться. Давайте так и сделаем. Еще буквально
пару минут. И мы переключимся на, в принципе, уже никакого смысла с этим возиться нет. Так, одну секунду. Сейчас переподключусь на так. Ну и где он? А. Так. Так, что ему не нравится? Господа, я ужасно прошу прощения, но вот это проблемы. Вот теперь мы с вами можем понаблюдать, что у нас здесь есть. Ну, первое. Картиночку расшарь. Сейчас расшарим. Так, расшарил. Да. Всем видно, господа? Так, отлично. Теперь мы с вами сделаем следующую вещь. Значит, первое. Так, секунду, сейчас виден да. Только твой TeamViewer открытый. Да? Да. Сейчас, одну секунду. Так. Так. Так, ну вот. Сейчас что видно? TeamViewer. Да что ж такое-то сегодня, а? Сверни, TeamViewer. Свернул. Да? Ну, похоже, ты только его расшарил. Только приложение. Вот я его сейчас свернул.
Дальше лезу. Ты нет, ты, похоже, расшарил в настройках только это приложение. Десктоп расшарь. В смысле? Как? Ну, в Share у тебя первая же вкладка — это десктоп. Или там скрин один. Share контент, вот он. Вот у меня TeamViewer это. Только стоп. Не. Раз уж оно не так пошло, то оно не так и пошло. Ну вот, TeamViewer, вот он. Ну да, он и есть. Так. Вот тут почему-то я ничего не вижу. Нет, господа, я ужасно прошу прощения, но будем считать, что вот такой у нас первый блин вышел комом. Нет. Не понимаю, в чем дело. Ну а ты к осциллографу подключись через TeamViewer. Подключился. Вот он. Подключился. Вот он. Share is paused until you return to the shared windows. Сейчас чего видите? Тот же TeamViewer. Да. Так, ну ты сейчас их спокойно шуруешь как раз по осциллографу, Александр. Видимо, TeamViewer переглючило, наверное. Хотя, может быть, и нет. Ладно. Ну, давай тогда, да, на камеру. Ну, а на камеру чего уже тут? В принципе. Сейчас попробую на камеру выйти по новой. Просто я хочу итоговую картиночку показать. Попробуй не через TeamViewer. У тебя осциллограф к Ethernet'у подключен. Попробуй по его IP через браузер. Ты думаешь, получится? Ну давай попробуем. Давай лучше на камеру переключусь. Он у тебя на Windows. Нет, не получится. Да. Вот. Так, ладно, я хочу показать просто финальную картинку. И на этом будем заканчивать уже позорище, на самом деле. Так. Так, а вот где кирпич камера? И камеры нет. Но клавиатуру я твою вижу. Клавиатуру ты видишь? Я не вижу. Вот так меня видишь? Да. А остальные? Тогда регулируй меня. Ну, осциллограф видно.
Если есть возможность его поближе показать, было бы замечательно. Вот так. Ну, хотя бы так, да. Итак, сейчас я перезагружу. Так, итого, что мы здесь имеем? Ну, первое, что я сейчас сделаю, я немножко перенастрою. Канал первый у нас. Это 200 МГц. Как видите, все меняется очень легко и просто. Оп, вот у нас первый канал. Вот у нас канал номер два. Итак, что я здесь вижу? Я вижу две посылки с LTM. Первый канал, второй канал. Я вижу спектры этих посылок. Так, я вижу мощность по времени для обоих каналов. И теперь самое интересное. Я вижу, что эти посылки отличаются по LTM. Это построение частоты по времени. Как видите, желтый у нас имеет большую перестройку, чем синий. Что, собственно говоря, и было сделано, значит, в первом канале. У нас 20 МГц. Вернее, 15 МГц, во втором канале 10 МГц LTM. Тот, который я задавал с помощью генератора. Так что видите, да, функциональность MSO6 просто изумительная. То есть я имею возможность в одном приборе получать не только осциллограф, но и анализатор спектра. Причем имейте в виду, что если у меня количество каналов этого анализатора спектра, она зависит только от количества каналов, которые есть в приборе. То есть в пределе это 8 каналов. Обычно любые практически анализаторы спектра имеют всего-навсего один вход. Так что вот такая вот интересная вещь. Прошу прощения огромного, страшно прошу прощения за технические накладки. Но, увы, это может быть, потому что оборудование разнокалиберное. Вот. Все вроде было проверено, но вот в последний момент что-то пошло не так. Вопросы есть какие-нибудь? Так, ну, похоже, нет. Большое спасибо за внимание. Еще раз прошу прощения за технические накладки. Вот, будем работать, будем исправлять. Здоровья вам, всего хорошего, до свидания. Спасибо, Андрей Борисович.